Военных моряков, которым предстоит в ближайшее время заступить на дежурство в дальней морской зоне, привили от коронавируса. А вот гражданскому населению региона эту процедуру еще только предстоит пройти. Тем временем 279 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 112, Кандалакшском плюс 51 и Печенском плюс 29 районах. Что касается вакцинации от коронавируса, то прежде всего она затронет врачей и учителей. Однако директор центра Гамалея, специалисты которого и разработали один из препаратов, полагает, что в 2021 году удастся привить от COVID-19 большую часть населения России, тем самым снизить масштабы пандемии. Научные сотрудники центра также отметили, что вакцина «Спутник Ви» подтвердила свою высокую эффективность, о которой свидетельствовали все данные первоначальных этапов исследования. Эффективность вакцины превышает, по их оценкам, 90%.